День физкультурника на нашей площадке на ЧПНТ. Посмотрите, какое количество людей. Они не уехали ни на Поклонные горы, ни в парк Горького, ни куда-то туда. Они все пришли к себе на родную площадку, чтобы играть. Дарите радость нам, ну и себе, конечно, тоже. И Джордж сегодня уже играл, вы видели, а их до трех сыграют они коротенькую партию. Сегодня много людей пришло, и чтобы больше матчей вы увидели, регламент до трех сокращаем. Приехали из Строгино, Михаил с Юрием еще. Им надо поиграть. А, ну да, мне все рекомендуют это. Так, я... Ноль три? 1-2. Ты чуть-чуть отвлечешься и еще теряешь. 2-2. Хорошо слева. Слева просто чудесно. Шипы у него красные, кстати. Не, ну он не навесил. Ну да, конечно. Ну, да, ну шар, пробивает. Шар, Рома шар подвесил. 2-3. Очень удобно. Ну вот. Я уже расслабился, думал, все очко. 4-2. Там коварные. Там реакции. Коварные нижние вращения. Такие реакции, такие. Коварные нижние вращения. 4-2. Попал? Нет, 5-2. До трех побед регламента, а я вам говорил уже, что сократили. 2-6. У Джорджа красные шипы. Ну, 3-5, наконец. Сейчас изменится все. Все перевернули. 4-5. Второй стол летает. 5-4. Ну и вот, и 5-5. А вы смотрите еще раз по норам. Да. Как настоящий праздник День физкультуры отмечается. Он Сергей Хлюцкин, он преподаватель физкультуры, так что он вообще центр этого праздника. 5-5. Требуется расширение количества столов. Да. Как режет, как пилит, как пилит Джордж. 6-5. Фу. Шесть, шесть. 7-7. Ну, какой джентльмен, однако. И влажные джентльмены, 8-8. Ты не будешь в это завтра? Буду, а как же? Так же, да? Конечно, спасибо, как обычно, да? Васильевич. Все, давай, до свидания. Давай, счастливо. 8-9. Девять-девять. Ох ты, какая подача! Ой, все улетает за стол. Да. Надо такие подачи изучать. 10-9. Ох ты, что творит. Первый сет Джордж забирает. Сначала офигительной подачи, а потом смертельным ударом. И сторонами Юрий. Да не прячьтесь, не прям. Мы вас видим, Юрий. Юрий Строгино. Номер один. И 2-0. Перед шипами. Два один. Убегает у меня из камеры. 1-3. Ну и когда вот погода правильная, когда солнца близко нету, то я вижу.
Я вижу так, общее очертание. Две стол, две игроки. 2-3. А так я смотрю глазами. Не слишком низко видел. Ну, а в этом и красота зато. 4-2. Ох ты! 3-5, коварный Джордж. Ну что творят? Браво! Я думал, что это может только делать Сергей Николаевич с Эдуардом. Нет, нет. Такая же реакция, такие же скорости и у Джорджа с Романом. 3-5, да? 3-6. Неудачная сторона, они что-то мокрые. Ну, ты знаешь, и непонятно, где лучше. Иногда они там по пыли по этой скользят. Повезло. 7-3, по-моему. 4-7. А счет? 4-8. 5-8. 8-6. 8-7 отдал. Так, бился. Да. Так. Минимальный разрыв. Да. Заработал, видишь? Отдает. 7-9. Вот это хорошая подача, длинная, беганая, только скоростная. Обманывает. 7-10, не смог обмануть беганца. 10, чуть ему накидываешь, чуть приподнимаешь и все. 10-8. И не скручивай топс, это не похоже на Романа. 10-9. А чем он его шипами откидывал? А, шипами. Ну да, да. Надо такой топ сделать. Шипами откидывает. Вот, отлично. 1-1, отличный розыгрыш. Отличные. Мы ругаем шипы, ругаем. Оказывается, им можно вполне прилично, интеллигентно играть. Как Джордж. Сетка. 1-1, да. Обычно они играют на телевизионе. Да, 1-0. Подлый мерзкий, да. А здесь? Так, 0-2. Интеллигентно, хорошо играет. Мячик ищем. Он прям под столбом, прям у основания столба. Не такой простой. Подожди, все, скакал. Он обычно прям закатывается, там лунка, там ямка, он прям туда падает. Поиск начинается вон. Ага, значит, все, это не с вами столба, это скамейка была бы, скамеечка. 0-2? Да. 0-2? Почти вернул по прямой. 1-2. Знаешь, это блокировка. Блок обязательно. И блок направлен. Не просто блок, а вообще. Не топ направлен, а это. По прямой. Он просто назад кормил. Да. Как хотел по прямой. 3-1. Браво! 4-1. Красота. Праздник. Ну ничего. Сейчас мы собирались, с вами сделаем еще одно дело. 2-4. Какой подачи. Как он на ладошку кладет. 3-4. Смотри, как подает. Идеально подает. И за стол. 5-3.
Да, подбросить он хорошо. Просто вот, на ладони, не с пальцев, ниоткуда ничего не показывает. Все вот вертикально просто. Просто. Ох ты! Ну это шорт, конечно, вы поняли. Может и не будет, но если мы дойдем до этого момента. 6-3. 3-7. Ой, срывается. 3-8. Блестяще. 9-3. А слева наше больное место. Ну, все равно мы стараемся, мы отрегулируем. 9-4. 5-9. 6-9. На всех столах парами играют. Последний только нет пары на шестом. А так все столы пары. Первый, шестой сингл. 7-9, 9-7. 10-7. Я забыл уже последний какой счет. 10-7. Я еще второй делал. Не первый ждешь. 11-7. Так, 1-1 по сетам? 2-1. 2-1, ну, немножко так. Мы с тобой это... засматриваемся. Да, я теряюсь. 1-2-0-0. Я сбиваюсь, потому что очень внимание. Интересная игра, правильно. Потому что это уже не до счета. А, Рома, браво, слева классика такая. И возврат. 0-1. 1-1. Здесь трудно, конечно, следить за счетом. Не и туда смотреть, за счетом, по сторонам. Нет, не игра, интересно. Конечно, за счет. 1-2. 2-2. 3-2. Блок получился. 3-3. 4-3. 4-3. Непонятно, то ли стол такой, как бы не очень качественный. 4-4. Ну, 100, ну, конечно же. Да. Не 100%. Да, потому что это какой-то ошибка. Это улица, улица, да. 4-5. 5-5. Чего-то расслабился. 5-5. На, да, надо внимание на них держать обязательно. 5-6. 7-5. Да, здесь, да, да, да. 7-5. 3-5. Он подачу передает шипами или так. 6-8. И он это, этим будет.
сотрудником приблизительно. Ну, половину. 7-8, 6 я забудусь. 7-8. Я не знаю, я 7-8. Как-то вообще сейчас следить. При таких красивых. 8-8? Ну вот мне приходится, мне еще и смотреть, и говорить, я мимо проезжаю кто-то. Все надо еще сосчитать, 9-8. Хорошо, 9-9. Топ с одной, вроде он мощный головин. Ох ты, выпилил соплей! Я не помню, там, по-моему, в стол попадал. Не накрыл. Ну не, в краше все, 9-10. По-моему, не хорошо, не знаю. 2-2 по сетам. Интрига. Драма. Шекспир на ЧПНТ. Он по-разному, он еще по-разному тоже подает. 2-2. Почти вернул. Спасибо. 3-2. Два четыре. Два золотых топса, два очка. Ах, жаль, две сопли, да. Он не укоротил. Оказалось. 3-4. Ох ты. Шортс. Ну да, конечно. 4-4. Как мяч завис. Фу, и мимо. Да. 4-5. Было 2-2, сейчас там. Нет, на пике переход делают. Я думал, опа-на, 5-5, 2-2 по сетам, 5-5. Ну кто, ставки делаем? Делаем ставки. Все, я уже сделал. Наш счет указан на главной странице. 5-5. Должен был атаковать, что-то я решил укоротить. 6-5. Блокировка, мяч вот такой мягкий был. Он не отлетел. Что он делает? Я думаю, как завешивать. 2-6-6. Ну мега. Балует. Ну праздник. Я чувствую, уже там небось выпили по несколько бутылок газировки. Пока смотрите. Вроде топс уже однозначно, а он берет и возвращает. 6-7. 8-6. Локоть выше головы. Да, пишите в комментариях, что вы любите. Зрители, вы же все теннисисты. 8-6. 9-6. 6-6. Ай, 6-10. Матчпоинт. Смотрите заодно наш праздник, как проходит. Смотрите. Народ не еще. 10. Только увеличивается.
Ай, не укоротилось. Мега. Джордж просто виртуоз. 5-5 в последнем сете. И он тут себя взял в обе руки. Так, спасибо всем, с праздником. Джордж, спасибо громаднейшее.